Приветствую вас. Поведение мужчины в данном случае объясняется тем, что человеку удобно было вот вести себя с вами как маменькин сынок. И когда вы, в общем-то, очень правильно поступили, сказав, что дальнейшего будущего не видите, мужчина понял, что вот на его условиях вы жить не хотите, а на ваших условиях уже он не хочет жить. И с чем это связано? Связано это лишь с тем, что раз человек при первой же ссоре, ну или просто конфликте, убежал, как вы написали, к своей маме, так говорит о том, что мама его достаточно сильно избаловала. И сам он по себе является человеком избалованным. И по сути, эта избалованность означает повышенную эгоцентричность, то есть стремление к тому, чтобы все было вот как человек хочет. Игнорирование интересов другого человека, даже своей женщины. И поэтому он не хотел принимать от вас никакого альтернативного подхода в решении вашей проблемы, поэтому он не хотел с вами дальше общаться и так далее, просто потому что и вы отказались, а он не хотел добиваться. Ну, вот так в данном случае его воспитали, что именно вот мужские качества по стремлению, да, по упорству, напористости, может быть, какому-то подстроению, да, под нужды и желания человека, они в данном случае у мужчины отсутствуют. И отсутствуют они, конечно, по вине родителей, по вине мамы, но тем не менее для вас это сейчас не столь важно. Важно понять, что мужчина не приемлет никакого отличного от его видения ситуации, и на ваши условия не согласны. Тут можно сказать только то, что здорово, что произошло это сейчас, потому что если бы это, например, началось бы раньше, когда, вот позже, когда вы, скажем так, уже были бы семьей, и вы были бы связаны с ним брачными узами, вам было бы тяжелее расстаться. А так, вот так вы просто относительно безболезненно друг с другом перестанете общаться, ну вот просто не дошли с взглядом. Мужчина будет искать ту девушку, которая будет жить с ним на его условиях, то есть при малейших каких-то проблемных ситуациях он будет от нее убегать к маме, а вы будете искать того мужчину, который отвечал бы вашим требованиям в большей степени, чем этот человек. И этот опыт вам нужен, потому что теперь вы знаете, что такие мужчины, они не способны подарить женщине то счастье и то ощущение заботы, стабильности и защищенности, в которых она нуждает. Вот. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Если какие-то дополнительные у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.